Ровно через 10 дней после сообщения на пульт дежурной части о заминировании жилого дома по улице Пушкина оперативники получают еще один звонок подобного толка. На этот раз в одном из банков по улице Антонова нашли оставленную сумку. В течение считанных минут были эвакуированы все сотрудники и посетители финансового учреждения. Место происшествия было оцеплено. В настоящее время сумку увезли, экспертам предстоит много работы. На месте происшествия работают сотрудники милиции, госавтоинспекции, МЧС и врачи. Надо отметить, что официальный комментарий пока получить не удалось. Будем следить за развитием событий.